Мы сегодня находимся вот в сегодняшнем состоянии нашего цирка. К большому счастью, пожар не проник в здание, и как самого возгорания не было, было задымление нашей крыши. Поэтому на сегодняшний момент крыша покрыта уже деревянным покрытием, и начинаются жестяные работы. В принципе, они будут в течение 2 дней произведены. Весь зал уже отмыт. Мы делали ревизию вчера и в течение вчерашнего дня до поздней ночи и сегодняшнего. Все ревизии именно оборудования, светового, звукового. Тоже, к нашему большому счастью, все работает. Мы сейчас можем тоже это продемонстрировать. Самое главное, что звери чувствуют себя благополучно. Сегодня львы уже находятся в тех вольерах, в которых жили, до собак и до попугаев запаха и все эти неприятности не дошли. Поэтому уже сегодня можно наблюдать, у нас все чисто, и в принципе мы готовы в субботу к приему зрителей. Завтра у нас будет репетиция, прогон всей программы, так скажем, после нашего незапланированного простоя. Поэтому надеюсь, что зритель вновь пройдет наши двери. И на сегодняшний момент одно представление у нас перенесено с сегодняшнего дня на 18 число. Еще раз для всех, что менять билеты не нужно. Все, у кого приобретены билеты на 12 число, спокойно приходят с ними на 18. Если кого-то 18 не устраивает, вы можете поменять на любой другой день для того, чтобы насладиться тем шоу, которое у нас с вами происходит. До собак, до попугаев, говорите, запах не дошел, да, там, где они находятся? Было плотно двери закрыты, ну и просто в то помещение для животных запах не дошел. А львы, они насколько восприимчивы к запаху, который, ну, немного присутствует? Ну, наверное, как и каждый человек, да, и животные тоже восприимчивы к этому всему. Просто если сейчас пройдете к львам и посмотрите, как они себя чувствуют, наверное, будет там все понятно. Дым сюда не дошел. Даже следов, здесь нету, не чувствуется запах. Сегодня будет на этом.